me feel love again. Cause I've been running round in circles screaming out your name. Let me feel love again. Cause I've been running round in circles screaming out your name. Всем привет, ребятушки! Мы сейчас с Андреем едем на стрижку. Котика надо постричь уже. Он зарос немножечко. И побрить. Ну как побрить? Бороду постричь. Чуть-чуть, да. А также сегодня у тещи день рождения. Едем поздравлять маму. Да. И будем тусить. Взяли квадрик с собой. Посмотрим, может быть, полетаем, может нет. По настроению. Завтра у нас тоже насыщенный день. Завтра мы едем на квест от Юлы. Потом мы еще пойдем на день рождения к Насте. Это дочка моей крестной. Ну что, Котик, теперь ты самый красивый. Ты тоже. И мне прическу заодно сделали. Снежку наконец-то уговорили постричь кончики. Она всегда говорила, нет, нет, кончики нет, потому что вы много сбреете. А тут, ну, как бы мой парикмахер, она говорит, я обещаю, просто кончики, реально просто кончики. Так она мне еще и прическу сделала. Вот столько того срезали, вот столько, это вообще не везде. И все. Хотя там все расписано вообще, и так получилось, что время выделили мне. Прикольно. А там было место. Очень приятно. А сейчас едем мы к маме уже. Да, еще и прическу сделали. Такую, ну, типа простенькую, но все же объема добавили. Вы когда-то видели двухдверный гелик? Да. Приехали, как обычно, к нашим ребятам мыть машинку нашу. Сегодня Субарик на моечке будет. Такой грязный он. Смотрите, как он до. Как он будет после. Пришли ребятушки с Андреем в Walmart, а здесь видите, как помните, Андрей обзор делал на продукты. Да. Видите, где капусточка лежит, там... Там свежая. Там свежая. Вон пюрешка тоже, типа... Да. Поэтому думайте, когда покупаете. Просите там, где петрушечка. Петрушечка, капусточка, капусточка, листик салата. Да, любой может быть ингредиент. Вот, но там, где он есть, там свежая. А там, где нету, там вчерашнее вам дадут. Надо найти эту лавочку, как бомжам нам сесть немного. На улице сегодня, ребяточки, такая прекрасная погода, что можно сидеть на лавочке, семки лузать. И сесть. Не в том направлении. Ой, телефон сейчас выпадет с кармана. Тот момент, когда Андрей не может найти себе место. На свой бёрн неси. У меня телефон с кармана выпадет. Положи его в бананы. Давай. Бёрн с бананами вообще четко. Новый банана-бёрн. Банана-бёрн, банана-бёрн. Как в рекламе. О, да ты что, да? Банана. Пошло, да? Реклама Бёрн. Свяжитесь со мной, Бёрн, пожалуйста. Что-что? Бёрн, свяжитесь, пожалуйста, со мной. Временами, когда хочется спать, я хочу быть вашим спонсором. Не, я хочу, чтобы вы были моим спонсором. Зашли мы с Андреем в ресторан. Называется что? Пицца хаус. Короче, тут раньше Андрея сестра тут раньше работала. Ну, не в этом именно заведении. Мы, короче, понимаем, что на улице холодно, пока машину моют. И типа, давай куда-то зайдем. Зашли нормально, ребята. Заказали все по супчику, а в итоге еще 4 пиццы, блин, с собой. А у них, короче, акция написана тоже, с понедельника по пятницу, с 2 до 6, вторая пицца за 5 гривен. Ну, короче, бесплатно. Зачем за 5 гривен делать? Короче, мы заказали, там есть варианты, то, что там будут вообще какие-то морские две. Взяли такой супчик, в Андрея грибной, а у тебя лосось какой-то плавает. Рыбный. Рыбный супчик. Что-то плавает. Ну, как тебе суп? Вот мы когда дома грибной делали, он похож на такой же. Ну, у нас чуть-чуть другой. У нас был лучше. У нас светлее был суп. Да. У нас прям молочный такой был. Да, у нас были грибы прямо с лужайки, где гномы живут. Здесь не такое что-то, знаете. Как будто гномы уже переезжают. Надо соль взять. Если это соль, это не сахар. То мы так уже соевый соус уже поели. Больше соли, больше, да? Соли мало не бывает. Так однажды в жизни так насадил, ребята, думал, что рвану. Так испортил, блин. Что-то так сыплю и задумался, бля, ребята. А я помню, когда-то котик еще борщ дома варил. Ты когда дома борщ варила? Ты борщ а варил. Я дома? Да, на той квартире, когда мы жили, ты борщ варил. На этой варил. На этой ты варил? Да. Когда?
Когда-то. Я просто не помню. Я тоже не помню. Я помню только на той квартире. Я тоже не помню, но это было. Молодец. Давай повторим, котик. Я подумаю. Ставьте лайки, чтобы Андрей сварил дома борщ. Я это сниму все на видео. И сколько лайков ты запросишь, чтобы ты сварил борщ, котик? Ты представляешь, это, чтобы я стал кулинаром? Ну так, сколько лайков? 2000 лайков. И ты сваришь борщ? На видео? Ну да. Чтобы люди увидели, а что... А за сколько они должны набрать? Ну, ты должен решить. За неделю. За неделю? За неделю 2000 лайков. Если набирают, то я туда варю борщ. От начала до конца. А там дальше посмотрим, прорываемся или не прорываемся. Слышали, ребят? Все. Если не наберут, то... Ну, короче, все в ваших руках. Вам пальчик вверх нажать, это вообще херня. А мне, блин, 2 часа минимум стоять, еще, бля, потеть. Не дай бог, а потом еще убирать это все. Ну, ребят, если вы не наберете 1000 лайков, я не обижусь. Приятного аппетита. Коти, что происходит? Почему, когда к тебе поворачиваюсь, ты говоришь, я хочу рыгану? От тебя воняет. Ну ты же здоровый. Ну точнее, ты что-то скушала с луком или что? Я сейчас так наелся. Что ты суп кушала? Ну он какой-то вонючий. И там был лук. Ты так дыхнула, я чуть не... Хоть когда ты пукаешь, тоже не очень приятно пахнет. Но я же терплю твои пуки. И ты терпи мой лук. Это запах Дживанши. Угу. Понимаешь? Я поняла. Не, просто нужно купить жвачку. Ну, сейчас... Только что, ребята, короче, прикол такой по поводу пиццы, вам расскажу. Заказали мы, типа, сначала одну пиццу, и вторая в подарок за эту же сумму. Есть. А потом говорю, давайте еще сделаем еще один заказ, там есть получше пиццы, морские. Угу. Они стоят на 100 рублей дороже. И я тоже в одной ценовой категории выбрал. Там эти стоят по 250, а те по 350. И я тоже выбрал за 350 две штуки, чтобы одна была в подарок. Приносит мне счет, посчитали две дорогих, а две дешевых в подарок. Я говорю, в смысле? Я специально сделал заказ так, чтобы у меня было там две средних по одной цене, чтобы одна в подарок была, и из больших тоже одна в подарок. А вы мне сделали типа наебку еще сверху на 100 с чем-то гривен сверху, типа нахрена. Но они думали, что мы, может, не заметим, поэтому. Дружище, я же при тебе заказывал, а он говорит, мы счет не можем разбить. Говорю, ну тогда я не буду брать пиццы, говорю, и все. Ну типа, что это за херня, типа, это что это за наеб на среди белого дня? Ребята, вы чего, блин? Здесь, ребятушки, такая женщина интересная есть напротив нас сидит. Я просто не буду показывать ее, ну, из-за того, короче, что... Ей где-то 55-60 лет, но забавно то, что, во-первых, она пришла одна в дневное время побухать. Почему побухать? Короче, сначала ей вынесли чай, она одна сидит. Потом ей вынесли бутылку вина, а потом ей еще вынесли бутылку шампанского. И это все, ребята, она топчет одна. Потом ей еще вынесли какой-то стейк. Потом мне еще вынесли какой-то десерт. И бокал вина еще. Да. И она еще смотрит какой-то ютубчик или что-то такое. Ну, короче, это так забавно смотрится, как одна баба нормально там намешивает на... Ну, блин. Четко. Реально четко. Короче, пришли только что по пиццам. Все нормально. Типа, они говорят, ну, вы там же не сказали официанту. Ну, я как бы сказал, что это в подарок, а они посчитали по-другому. Ну, короче, смотрите, сначала был счет у нас на 1100 гривен, а больше даже, 1200. 1200? 1100-1200, я помню, что такой был счет, да. А когда посчитали по-другому, как нужно, то счет вышел на 850 гривен. Ого, нормально. То в общем, 150 где-то. Сейчас. То есть нужно просто лишь, чтобы делили чеки. Ну да, в общем, если что, просите, чтобы вам, если вы заказываете, например, там пиццу, если там одна дорогая, другая дешевая, чтобы вам на отдельных 2 чека делали, и тогда вы... Ну да, типа, если вы делаете, типа, 2 пиццы, чтобы было 4, то если совмещаете по суммам, тогда просите, что делать отдельным чеком, потому что они вам посчитают по-еврейски, и, короче, вы заплатите ни хрена не выгодно. Ну, получается, две которых дороже, а в подарок дадут те, да, которые дешевле. Да. То есть, вот поэтому... то есть, если бы заказал бы, например, две средних, бы и две больших, то они мне посчитали бы, блин, только 2 больших и все. Да, ну, будьте внимательны. Да. Я посмотрел, смотрю, что цена какая-то не такая. Ну что, хоть нашу машинку уже там помыли? Да, сейчас пойдем оценим результат и уже поедем. В общем, помыли, ребят, на машинку. Смотрите, как она блестится. Просто разница очень большая. Какая была, какая стала.
Внутри салон весь блестит. Торпеда. Класс. А еще впереди. Смотрите, как. В общем, круто очень. Обращайтесь к этим ребятам. Повтори адрес, котик. Ну, Сапёрно-Слободская, 8. Все? Мы уже видели. Заезжайте. Класс. Спасибо вам большое. Купили для мамы вот такой букетик. Забрали Илониуса с Максимиусом. Едем поздравлять. София, да. С 8 марта вас. Спасибо. Идем с котиком в Ашан купить продукты домой и птичками нам. Вот Ашан, наверное, специально делает так, чтобы здесь помпушками пахло, чесночком так. И очень хочется их, но мы такое себе не позволяем. Котик, мы такое себе не позволяем. Нет, это купить маме, либо потом свежий купить. О, котик, твои миньончики появились. Свежачок. Прошло полгода. Котик не может определиться. Видимо, поменьше кусочек. Бери. Какой тебе вообще по цвету нравится, если даже так свежий? Ребят, какому больше по цвету мяса нравится? Напишите в комментариях. Вот это правое или левое? Я сейчас какое-то выберу, но я вам не скажу, какое. А в следующем влоге посмотрим, сколько, кто людей, из скольки людей больше выбрало. Вот смотрите, ну, просто по цвету. Правое или левое? Все, и мы сейчас выберем какое-то. Котик, давай бери вот это. Вы угадали? Чтобы просто до завтра не ждали. Я выбрал это мясо. А мне кажется, оно более красивее выглядит. Едем дальше. Мясо за 1000 гривен. Знаете, штаны за 40 гривен, а есть мясо за 1000 гривен. Угу. Не, ну он реально вкусный, ребят. Вот я вам не соврал. Вообще очень вкусный, ребят. Очень, она его не очень, ест? Очень вкусный. Очень. Прям очень. Молока идем возьмем. Молока. Молоко! Котик, котик, котик. Массаж! Массаж. Котик, массаж. Да. Молоко. Мы вот такое молоко берем. Надо еще, знаешь что? Рыба. Что? Рыба. Рыба, селедка с молоком. Котик, бери яблочки. И нужно взять шампунь. Уже наложено, весело уже. Кто выбирал? Шампунь. Нормально. Надо шампунь. Нормально выбрали. Где ваш шампунь? Сегодня у нас на ужин птичкам будет вареная курочка и такие вот макаёшки. Добрый вечер. Танцы, 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 я отрываюсь от земли, лечу. Ловлю губами воздух, танцы, танцы, и никуда тебя не отпущу. Микки, ты танцор диско? Покажи, как на дискотеке правильно танцевать. Вот так, да? Надо головой махать сильно. Это было не скучно, да? Микки, младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Микки, давай. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. Андрюшке, я сегодня пожарю вот такие вот наггетсы. Вот такой у нас ужин получился для всех. Здесь я сбила курочку на блендере, чтобы птички могли кушать. Это все я не солила, так как им соленого вообще нельзя. Положила еще по кусочку сыра, им немножечко можно. На пусе будет корм, как обычно, и вкусняшки всякие. А нам вот такой вот